января 2010 года полномочия Фонда социального страхования по оплате путевок в лагеря отдыха переданы субъектам Российской Федерации. В Еврейской автономной области эта обязанность возложена на Комитет образования. Начиная с 2012 года компенсация родителям за путевки из года в год уменьшается, и уменьшается количество людей, имеющих право на получение компенсации. Если эта тенденция сохранится в дальнейшем, то скоро бремя помощи родителям в организации летнего отдыха государственные органы СИГЕО снимут с себя полностью. Если подвести вот итог всему сказанному, получается такая картина. Мы создали на собственные средства, не привлекая ни одного рубля из бюджета, социально значимый объект, детский оздоровительный лагерь. Земля, под которой была выделена непосредственно для организации детского лагеря. Лагерь соответствует всем нормам ЦАМПИНа. Основной вид деятельности зарегистрированный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, это деятельность детских лагерей на время каникул. Разработано положение детского оздоровительного лагеря. Собран весь пакет необходимых документов для открытия лагеря. Третий год официально его открываем с прохождением всех проверяющих инстанций. Третий год пытаемся, чтобы родители, проживающие в ЕО, могли законно получать компенсации за путевки. А со стороны организации, которая должна заниматься организацией летнего отдыха, комитета образования, мы не видим никакой заинтересованности в плане существования детского лагеря ФОМА.